Добрый день, дорогие друзья! С вами сегодня опять канал Арбат Хоумс и я, Светлана. Сегодня мы с вами немножечко ближе познакомимся с районом Махмутлар. Конечно, многие о нем слышали, поскольку это русскоязычный район. Ну и вообще, во всем мире, конечно же, Аланию знают как жемчужину турецкой ривьеры. Если Алания – жемчужина, то Махмутлар – ее сердцевина во многих смыслах, поскольку здесь на сегодняшний день проживает 60% русскоязычного населения. Плюс Махмутлара в том, что горы здесь подходят близко к морю и все локации в пешей доступности от пляжей. Также здесь очень сильно развита городская инфраструктура. Есть понятие центра, но также и на окраинах района абсолютно все, что нужно для жизни, существует и функционирует. Сегодня мы с вами посмотрим еще один очень удачный вариант приобретения недвижимости на берегу Средиземного моря, до которого от нового комплекса будет всего лишь 120 метров. Это рукой подать. Он встанет на улице Барбаросса в одной из центральных частей Махмутлара. И действительно, явит собой, наверное, то, что ожидали многие. Здесь квартиры будут достаточной площади, с достаточно большими балконами, ну а локации лучше не придумать. Все-таки от моря буквально 5 минут ходьбы, ну а до центра Махмутлара тоже 5 минут ходьбы. Так что на перекрестке, на красивом бульваре встанет 12-этажный комплекс, в котором выбрать квартиру вы еще успеете по вкусной цене. Подробности прямо сейчас. Друзья, строительная компания, которая будет возводить этот проект, очень известна, очень серьезна, очень солидна. Недаром она работает не только в Турции, но и в Великобритании. Поэтому не стоит сомневаться, что качество технологий, качество строительных материалов будет на высоте. Помимо этого, отличный бонус – то, что в этом проекте полноценные большие планировки, например, квартира 1 плюс 1, 70 квадратных метров. Давно такого не было в новых проектах. И балконы у квартир тоже не малюсенькие, как тенденция последнего времени, а вполне себе большие, 11,5 метров. Квартиры 2 плюс 1 и вовсе 102 метра, ну а дуплексы 216 метров квадратных. Здесь будет 2 блока и 12 этажей. Квартир в наличии осталось достаточно, пока еще успеваете выбрать. Что касается стоимости, она тоже вполне вкусная для такого комплекса. 1 плюс 1 от 99 тысяч евро, 2 плюс 1 от 135 тысяч евро. Ну а роскошные, огромные дуплексы с потрясающими видовыми характеристиками и поистине огромными балконами и террасами 20 квадратных метров стоят 380 тысяч евро. Инфраструктура комплекса тоже выше всяких похвал. И дизайнеры поработали, и ландшафтные дизайнеры. Конечно, в комплексе будет все необходимое. Большой открытый бассейн, большой крытый бассейн, сауна, хамам, тренажерный зал, который оснастят итальянским оборудованием. Ну и, конечно, красивые лобби, зоны, детские площадки. Словом, здесь вы сможете отдыхать, опять же, как в пятизвездочном отеле. Друзья, строительство комплекса стартует 1 ноября, ну а завершится в марте 2023 года. Как всегда, у солидных застройщиков действует беспроцентная рассрочка. Первоначальный взнос 30%, ну и всю остальную сумму вы выплачиваете постепенно. Также в особых случаях можно сделать иначе. 70% вы оплатили, а 30% оставили на последний месяц. Условия потрясающие, квартир осталось уже не так много. Поспешите, телефон, который вы видите внизу, для вас всегда открыт. Также должна сказать, что очень скоро наша команда улетает на Украину. И мы будем сначала в Днепропетровске 22, 23 и 24 октября, ну а 25 и 26 уже будем в Киеве. Там вы сможете задать свои вопросы по недвижимости, оформлению документов самому Асым Бэю. Телефон, который вы видите, пишите Viber, WhatsApp и Telegram. С вами был канал Арбат Хоумс и я, Светлана. Удачного дня!